вот Дилан, отвечали сейчас насчет иллюзий, да, я подумал, а как происходит переход вот наших усилий количественных в качество? Каким образом это происходит? Это зависит вообще от меня? То есть я могу знать, вот накопил определенное количество усилий, там намерений, хезаронов сделал, и вдруг раз и качество новое появилось. Нет, мы этого знать заранее не можем, потому что тогда ты будешь закончить, работать на то, чтобы закончить ступень, и тогда у тебя будет место действия по отдаче, действия по получению. И поэтому человек этого не знает. Он должен отдавать, насколько это ему-то возможно, выше времени, выше всех ограничений. Но потом он должен знать, что он приходит, да, к завершению ступени, то там есть нечто новое. Но когда он приходит, этого знать ему запрещено. Иначе он будет стремиться к чему-то такому, но не к цели. Это его замкнет в его желании получать. Ну, все. В чем заключается моя работа, если я не могу это регулировать, не могу это контролировать? Только отдача, без каких-либо ограничений, как можно больше, от всего сердца. В этом наша работа.